Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо огромное. Ребятушки, слушаем трек. Тут несколько исполнителей. Да. Ни музыки, ни какого-то стиля своего, ни какой-то искры. Все какая-то, 300 раз протроченная хуйня. Все, мотивы, как у всех, читка, как у всех, петухи, инструменты, одинаковые, на ебники у всех одинаковые, такая это все. Прости, мне слышно, или приклей, только не стой, как лей. Скоро нас ёбнет дверь, it's too late, для любых стал пакет. Для меня не индивид, это в толпе, кулаки из толпы и гейн. Либо ты их удивишь, либо ты твой кент, лицом в паркет. Правда или манекен, full-time или на уикенд. Умничка, круто звучит. Вот все делаешь хорошо, класс. Все правильно, класс. В правильном направлении. Интересные слова от автора. Так ты классно их прочитал. Такие интересные слова. И музыка такая бомбическая. И так ты сейчас понимаешь, начал, да? И танцевать охота. И голос, манера и текст. Исполнения. Молодец. Обалденно. Реально круто сделаешь. Молодец. Прям молодец. Твои слезы стрим. Камера iPhone или GoPro. Front row, front toss, all wrong folks. In the middle of the field, better configure with no convo. We got some folks that knows verse. Some of them really go dumb dumb. Chrome chunk and I can't lag on them chrome 20s with low pros. Pretty boys break on me, got to leave me. But it's a bad thing. Party for the ball, but the phone on the mobile. My phone call, hey, fuck you with the gun. And it's like club, man, fuck my bet. Something is dead, but I can't play again. I didn't hear G-R-N-D, and then I get a kind of shit. Ребят, извините, останавливаю. Ну, шикарно, ребятки. Шикарно сделали, профессионально. Молодцы, друзья. Голоса какие. Как читали. Ну, вы молодцы, ребят. Прям, знаете, круто. Круто, ребят. Ребят, вы знаете, я вот себя на мысли поймала.
Звучало супер интересно. Это звучало прям не то, интересно. Нереально, слушай, нереально. Было очень интересно. Ты знаешь, я себя на мысли поймала. Звучало нереально круто. Себя на какой мысли? На мысли. Я вот, ребята, оцениваю не как женщина, да? Вот его возраста. Нет, ребят. А как это? Я оцениваю как тинейджер? Вас. Нет, я оцениваю вас, ребят. Как молодой человек? Да. Как молодой рэпер, ребят. Вот, а, серьезно. Ты молодой рэпер? Да. Ты в молодого да. рэпера превращаешься, во да? Во мне вот это все... Вот, ребят, то, что вот возраст, это не играет роль никак у ребят. Как себя человек чувствует, так и он живет, понимаете, ребят? Столько ему лет. Да. Мне нравится, ты молодой ребят. Рэпер, получается. Да. Ребят, мне очень нравится, ребят. Я так танцевала от всей души. Это классно, ребят. Было, круто, круто очень звучит. Очень круто, классно, ребят. Классно делает. Как вы делали классно, ребят. Какие у вас вкусные голоса, ребят. Как вы все продумали. Это же вот, ну нормально, это нереально, да? Это круто. Нормально, нереально. Профессионально. Вот мне нравится, что они нашли, что вот «Кровь из носа» нашел новое звучание. Он что-то новое показывает. Он хотя это вроде как был не новый трек, а год, по-моему, этому треку. Год. Ну, звучание какое-то. Да, три года назад. Но да. Звучит суперсовременно да. и очень интересно. И вот эти разные моменты такие вкусные. Вот именно биты. Да, это да. Это же тоже вот как а называется. То, как он, да. А то, как он исполнял. Да, ребят, тоже. Классно. Молодец. А как читал. Да, да. Как читал бит. Манеру, которую он себе вот эту да. придумал, как он это молодец. Сделал. Молодец, шикарно сделал. Умница. Вот тебе респект, понимаешь? От молодого рэпера, вот реально. Мне очень от понравилось. От молодого рэпера Маргарита. Да. Шикарно. Ну тут не я одна сужу. Здесь еще есть молодой рэпер. Молодой. Мы вдвоем, конечно. Два молодых рэпера. Мы два не, я реально молодой рэпер. Да, мы оцениваем вдвоем. Но я себя чувствую молодым, потому что мне нравится это. Понимаете, ребят? Я не просто сижу там, что-то мой нет. А я, ребят, отдыхаю. Ребят, я балдею от этой музыки. Вы знаете, ребят, я еще раз повторюсь, ребят, мне, значит, не хватило этого когда-то. Рэпа не хватило да. в молодости. Молодцы, ребятки. Прям вот вам респект. Ну что, друзья, слушаем следующий трек, ребятушки. О, Мария. Ну, глянь, ну как классно, а? Четыре артиста здесь. Да вот он правильно uh-huh. говорит, да. Не играет, ну как сказать, роли, да. Какой-то человек, да. Три артиста. Им, uh-huh. Да. Вы понимаете, ребят, здесь по исполнению, по тексту, по музыке, вот видно, что этот человек неординарный. Он все захватывает, свирепый, ребят. Свирепый. Да, у него он многогранный, понимаете, uh-huh. ребят. Он по-разному поет. И вы знаете, ребят, музыка какая, ребят, вы слышали? Это же, ребят, нереальная. Как хочется его слушать, друзья. Умница. Талантливый молодой человек. Талантливый. Тут три будет исполнителя. Да, и будет три исполнителя. Ребятушки, как вкусно! Ребятки, вы супер! Ребят, вы супер! Я так отдыхаюсь, ребят, я танцую. Мне так хорошо, ребят. Я полностью расслабляюсь, ребят. Я в нирване, ребят. Мне нравится, друзья. Спасибо, ребятушки. Я не надо что-то объяснять, кому-то напевать квест, только мы
грустные голубые качки. Я просто мечтал дать им вайп до стаканщик. И не полюбила меня своя культура боя. Просто посадим теперь и полигу тупанщик. Всегда на работе даже где-то позвонил. Сохранил доходы, как учил Айханов. Мой отчет от фейминга, как нахуй голдфандинг. Тьма вокруг тебя, так прекращай жрать кану. This is the way, this is the way. Скажешь, круто, круто. Какие талантливые ребята, а? Вместе классно звучат. Какие талантливые ребята. Ребятки, вы супер. Молодцы. Я танцевала, ребят, нереально. Я вместе с вами танцевала, ребят. Я слушал, я наслаждалась. И текст очень интересный. Очень интересный текст, надо его слушать, да. И просто вот интересно, да? Да, ребятушки, вы супер. Ребят, очень талантливые. Очень многоградные исполнители, ребят. Три голоса шикарнейших, ребят. Ребятушки, респект. Ну, классно сделали. Ну, слово классно. Иногда артисты как-то они немножко не звучат вместе, да, здесь прям идеально. Как идеально это? Подошли друг как к другу. Как это дошло не классно, а да. Супер классно. Все были на своих да, местах. Все на своих и местах. Каждый свое внес. Да, молодцы, что-то крутое, ребятки. Классное. Вот как такой текст можно придумать, да? Это мне понравилось именно звучание, подача, угу. Голоса, а, как звучало. Все, а как пили с выражением. И энергетика. Энергетика трека. Вот все продумано. Что-то такое космическое. Да, ребятушки, молодцы. Супер, ребят, супер. Спасибо большое заказчику. Спасибо большое заказчику, ребят. Пока, мои хорошенькие.